Всем привет, ребята, с вами NDK, и это курсы тестировщиков онлайн, и у меня для вас хорошие новости. Ну, помимо того, что, несмотря на войну в Украине, я еще жив, то есть меня еще снарядом не разбомбило. Хорошая новость заключается в том, что я выложил свой курс на Udemy, и там сейчас действуют акционные цены, то есть там и так цена курса очень низкая, плюс Udemy еще свою акцию дает. Поэтому вы можете там за какие-то копейки, которые вы потом, когда будете работать в IT, то за, условно говоря, там полдня работы отобьете эти деньги на курс. Вы можете по ссылочке в описании к видео перейти на Udemy и купить курс по тестированию программного обеспечения для новичков. Курс от нуля рассказывает там все о профессии, работаем с различными там бэктрекинговыми системами, инструментами для тестировщика и тому подобное. То есть курс построен на основе книги. Кстати, купив этот курс, книга автоматически тоже идет в подарок, она внутри самого курса будет. Поэтому советую покупать, приобретать курс и изучать профессию. Он будет расширяться по мере как бы съемок дополнительного материала касательно IT. Хотя текущего объема вполне хватит, чтобы претендовать потом на должность интерн или junior QA инженер. Вот. Отдельно хочу отметить то, что рынок IT немножко сейчас замер, так сказать. Некоторые инвесторы уезжают со страны в связи с войной, а некоторые, наоборот, остаются, чтобы поддержать Украину. То есть ситуация сложная, но, как у нас любят говорить, сложная, но контролируемая. Что еще хотел сказать? Да вроде бы все, я думаю. Также ожидайте, скоро будет, я думаю, чаще выходить ролики про IT, про тестирование. Будем, так сказать, углубленно рассказывать о профессии и о том, как стать QA. А с вами был NDK. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, все такое. И покупайте курс на Udemy обязательно. Скоро новое видео, до новых встреч. Всем пока.